Первый муниципальный бассейн Серпухова отметил свой день рождения. Год назад в физкультурно-оздоровительном комплексе «Русский медведь» открыли новый современный спортивный объект. У нас прошел год после открытия такого замечательного, прекрасного комплекса, как бассейн «Русский медведь». Вы знаете, все вот мы когда анализ делали, да, действительно бассейна у нас не хватает. И это подтвердило то, сколько у нас здесь занимается сейчас и детей, и взрослых. У нас бассейн работает с 7 утра до 10 вечера. В настоящее время более 900 детей проходит обучение по детскому плаванию, обучение плаванию. Более 400 взрослых, которые приходят на свободное плавание. Здесь создан, по сути, многофункциональный комплекс. В здании есть все, что нужно для качественной подготовки спортсменов. 25-метровый плавательный бассейн с 6 дорожками, тренажерный и гимнастический залы, зал сухого плавания. В этом помещении будущие чемпионы разминаются перед вводными тренировками и отрабатывают технические элементы. В учреждении проводятся занятия аква-аэробикой, тренировки по синхронному плаванию и художественной гимнастике. Здесь удобное местоположение. У нас есть свой уголок, скажем так. У нас вот есть ковры, потолок, зеркала, станки. Да. Нам здесь нравится. Занятия в этом зале способствуют повышению результатов наших гимнасток. Мы ездили на чемпионат Московской области. Мы отобрались от ассоциации спортивных клубов Московской области. И сейчас девочки наши выступали на гран-при с показательными номерами. В ФОКе для спортсменов есть все и даже больше. Комфортабельные душевые, раздевалки, медицинский кабинет, буфет, административные и технические помещения. Табло, которое фиксирует время, очень удобно как для тренера, так и для пловцов. Могу сказать, что этот бассейн очень модернизированный, современный, очень чистый. Очень современная инфраструктура здесь в бассейне. Есть абсолютно все для того, чтобы научиться плавать. Каждый ученик показывает выдающийся результат, когда он начинает плыть сам. То есть это счастье как и для ребенка, так и для тренера. Потому что, как правило, дети приходят сюда, они боятся воды, они боятся просто залезать в воду. И когда ребенок начинает самостоятельно плавать, это уже результат. Тренировки в этом бассейне не проходят зря. Наши юные спортсмены за прошедший год сумели завоевать немало наград на соревнованиях муниципального, областного, всероссийского и международного уровней. Все они в ежедневном режиме продолжают готовиться к новым спортивным вызовам. В этом бассейне мы можем отрабатывать новые элементы, проходить новые виды плавания. Мне нравится плавать кролем на спине. За этот год воспитанники «Русского медведя» завоевывали награды на таких соревнованиях, как «Весенние старты в Москве», «Открытое первенство спортивной школы «Звезда», «Кубок головы Серпухова», «Международный турнир «Кубок Золотого кольца». Постоянная численность детей в группах растет, детям очень нравится плавание, родители довольны. Постоянно дети совершенствуются, начинаем детей с нуля обучать. Есть дети, пришедшие сюда с навыками. В любом случае набираем как детей, не умеющих плавать, так и с необходимыми навыками, которые уже приходят, мы их отбираем в более продвинутые группы и проводим с ними уже занятия, которые направлены на спортивное плавание. Бассейн пользуется большой популярностью. Мальчишки и девчонки рады, что удалось попасть сюда на занятия. А кто-то и вовсе вытянул счастливый билет в тот момент, когда тренировочные группы были уже укомплектованы. Мне нравится плавать, и я очень хотела попробовать. И у меня одноклассница ходит сюда, и много одноклассников даже ходит сюда. И они говорят: вау, здесь круто. Я такая: хорошо. Мама такая: хорошо. Очень было сюда сложно попасть. Почему? Ну, мест было мало. Ну, осталось последнее место, и как бы мама сказала: иди. Удобное месторасположение бассейна делает его привлекательным и доступным для серпуховичей, как для любителей, так и для профессионалов. Здесь тренируются юные пловцы спортивной школы «Звезда» и «Русский медведь». Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить и всех тренерских составов спортивной школы «Звезда», и родителей, в первую очередь. Они пошли навстречу. Мы работали несколько месяцев в тестовом режиме. Мы могли предоставить летний период больше времени. Конечно же, да. Конечно, у нас какое-то время не хватает спортивной школы. Мы сумели договориться, сумели создать все условия, чтобы и ребятам спортивной школы тоже было удобно. 9-летняя Валерия Никонова – участница международного турнира «Кубок Золотого кольца». В ее списке уже больше 20 турниров, наград не перечесть. Спортсменка мечтает о больших достижениях. Я по знаку зодиака рак, и вода – моя стихия, я не могу
представить бесплавные соревнования. Александр Кривцов пришел в бассейн, чтобы укрепить здоровье. Водные процедуры посоветовали врачи. Дело в том, что у меня искривление позвоночника, и чтобы у меня обратно выровнять, сложно плавать. И мне нравится самому плавать, это прикольно. Вода к тому, что теплая. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном на улице Фирсова возведен в рамках президентского проекта «Демография». Здесь созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы все учли для того, чтобы и приходили люди с особенностями своего здоровья. Да. Есть специальное кресло, которое опускает людей спокойно и поднимает наружу, чтобы им удобно было. Заезд удобный, пандус великолепный, здесь холл великолепный. То есть мы все условия сделали для того, чтобы удобно было. Плавание – очень демократичный вид спорта. Им могут заниматься абсолютно все, от мала до велика, в любом возрасте. Ведь главное – желание. А желание у участников клуба «Активное долголетие» хоть отбавляй. Больше 100 человек у нас «Активное долголетие» проходит здесь курсы плавания. Они ходят бесплатно, два раза в неделю. Полный контакт у нас с Домом ветеранов. С удовольствием записываются и женщины, и мужчины. Бассейн физкультурно-оздоровительного комплекса «Русский медведь» – место притяжения спортивного Серпухова. В этих стенах воспитают не одно чемпионское поколение.